Кстати. Так, создание предметов. Медицинские препараты. Все, отлично, этого сойдет пока. Далее, снадобье для охоты, инстинкт охотник. Ну, тут дофига он всего. И у нас нет, по-моему, пунктового листа, который мы все время просираем. Ну, я, точнее, не нахожу его. Как раз-таки это, наверное, есть красный лист. Вот там, видите, путь охотника опять, или как так называется. Так, отметим сразу топирчика. Блин, квадроцикл мне не хотят давать. Редкие достаточно. Тут больше машин, чем таких горных транспорта. Квадроциклы всякие, как вы видите. Всякие разные. Ой, точнее, отсутствие. Байки. Машины это. Так, это уже скорострельная машинка. Используется в основном при выполнении дополнительных заданий, спрос припасов, либо гонки. Так, ну все, я, наверное, почти приехал. О, стоп, смотрите-ка. А тут письмо. Или что это такое? Ну да, не так-то все просто. Ух ты, как я подниму? А, поднялся. Блин, ну тут спускаться надо. И там, походу, я даже не знаю, что это за место. Аванпост, что ли? Что это такое? Нет, происходит строение. А, давайте спустимся на машине. Посмотрим, что это. Ну, письмо где-то там явно внизу. Могут быть топи. Могут ли быть топиры здесь наверху, как вы видите? Так, здесь спуститься, по-моему, как... Пещера, видимо, какая-то. Пунцовый лист, видимо, сейчас посмотрим. Да, пунцовый. И тут пещера. О, можно изготовить что-то там. Так. Огнеупорный, нет. Это я еще что-то... А, это новый рецепт, понятно. Вот. Обнаружить врагов по запаху. Конечно, изготавливаем. Не, не будем. Если что, потом применим. Сразу сготовим. Один листик всего нужен. Так. Интарный, наверное, не нужен пока. Главное, чтобы медведей здесь не было никаких. Потерянное письмо. 500 опыта. Круто. Генерал Ямагата. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете в этот осенний день. Клим здесь влажный и неприятный. Не сомневаюсь, что он вреден для здоровья. А, тут письма у нас. Письмо нам дают целых... Он автоматически, видимо, фонарь включает. За письмо нам дают 200... опыта. Блин, 200, по-моему, 250 или 200 опыта. Опыт лишним не бывает. Спускаемся вниз. Спустились с вами вниз. Отлично, и теперь надо здесь искать топира. Блин, да ладно, прям здесь. Да, прям здесь. Так, как у нас там... Так, разрывные стрелы 7. Надо было янтарный, наверное, собрать листик-то. Вселение чувств. Нет. А, вот, снадобье для охоты. Репеллент. Отпугивающий. Повышен. Ага, вот это. Так. Применить. Проще. Проще сделать так. Опять тигры. Тигры здесь прям дофига. Ну, где-то в этой местности должны быть топиры. Да, вон они, по-моему. Нет, это какие-то птицы. Где же топирчики-то? Крокодил там, походу. Топира я не вижу. Капец, да? Да ладно, это что, реально крокодил? Обалдеть. Смотри, что он подкармливает свою жертву. Круто, что?
Можно его, в принципе, замесить. Не знаю, что с этого нам да будет. Ну, почему он не жрет? За бред. Исчезну куда-то вообще. То есть не можно вот так вот сейчас. Ой. О, все? Ой, бедный крокодил. Ну, их тут дофига, я думаю. Так, крокодилы в ответе за большинство смертей. Но это мы знаем, живых людей, там, все дела. Ну-ка. Ничего нам это не даст? Кожа, кожа. Ну, ладно. Так, я не понял, они топиров мне будут давать или нет? Ёкарный карась. Это еще кто? Точнее, какого хрена они здесь? А, как свинья тут потею! Граната при этом тратится моя. Это не аванпост ведь. А что это за место? Что я не пойму, тут еще не. Ему негде прятаться! Это мне-то негде прятаться. Это вам-то негде прятаться. Мочи, урода! А, это то место, где Оливера, наверное, мочили. Не мочили, а привезли. Так я не понял, топир будет, нет? Где он? Сейчас замесим этих гнид. Все, походу. Или нет, что за фигня-то, ребят? Мы тут долго сидим. Ну, топир здесь. Ну, явно он, видимо, не в этой местности. А, вон, наверное. Да, отлично. Черт. Круто. Давай. Да, можно сделать. Так. Для 15 стрел. Это очень круто. И дальше у нас шкура медведя. Ну да, медведь нам для чего-то еще там был нужен. Так, теперь речи мы делаем вот сюда. Делаем многим. Ну, давай. Сразу глянем, как будем ехать. Так. А вы знаете, тут, наверное, бы и пешочком дойти можно было. Потому что, мне кажется, если посмотреть на по карте, то долго ехать, а тут, в принципе, в ту сторону. Отлично. Да их тут будет дофига прибывать, так что давайте валим скорее отсюда. О, тем более вот тут. Прикольно, гидроцикл. Пипец, капец, они там мне урон нанесли. Так, тут, наверное, крокодил будет. Ну ничего, валим. Итак, у нас есть... У нас снайперская винтовка новая какая-то появилась, кстати, наверное. Судя по тому, что мы стреляли из нее по врагам, которые пытались убить Оливера или что-нибудь, смысл, вертолет. В рабство отдать, короче. Вот, ну, смотрите, нам осталось 100 метров добежать. Так. Там, видимо, какой-то зверек наверху. Или, блин, это тигр. Ну, ёкарный карась. Если что, применим этот репеллент, отпугивающий животных. Янтарных лесов у нас в достатке. Ну, ладно. Коли мимо бежим, давайте сорвем его. Вот мы, собственно говоря, и пришли. И сразу высматриваем добычу. Так. Трое. И плюс еще собака. Предлагаю сделать следующее. Так, создание предметов. Боевые стимуляторы и обнаружить врагов по запаху. Принять. Бумс. Раз. Далее вот тут. Еще чувак какой-то. Здесь это все.
Да. Сейчас быстренько. Двигаемся сюда. Потому что кто-то может быть с той стороны не отмеченный. Да не, в принципе, вроде бы все. Итак, рассвет у нас, как всегда. Ну, уже второй раз, по-моему, на аван, когда захватываем ванпост, у нас рассвет. Итак, смотрим. Кого первым будем мочить? Наверное. Чтобы не заподозрили. Ну, наверное, вот этого. Хотя нет. Давайте. Вот там чувак один. Его вообще на ближний бой будет мочкануть. Так, ну что? Сейчас он, надеюсь, сюда выйдет. Они все в бронежилетах, так что лучше на всякий пожар, на всякий случай, целиться в голову, на всякий случай. Что за херней тут воняет? Так. Отлично. Далее. Далее. Что далее? Вопля! Да, как видите, бронежилет его спас. И собака, наверное, последний. Отлично, все, да? Да, 9 из 34, кстати, аванпост, а не 36. И у них тут сразу испытание. Если бы я сразу испытание выполнил, как потом что произошло. Так, ну что же. Круто. Снайперский. Так, ну это наши уже пришли. Здесь опять путь охотника. А, нет, да-да-да, сначала давайте пополним боезапас. Друг, мы позаботимся, чтобы он остался в руках ракет. Заботьтесь уж, постарайтесь. Четвертая часть их иногда отвоевывать пытаюсь. Там еще будет тигр, по-моему. 250 опыт. 250 долларов, круто. Боезапас. Далее продаем, быстрая продажа. Не нужны все. Я продал. Да, продал. Далее смотрим. Гранатометы. Вот он. Экипировать. Так, изменить. Так, нельзя. Ну, только, наверное, раскрасить. Можно какую-нибудь пушечку раскрасить, кстати. Давайте попробуем пулеметы. Вот так, это какой-то другой пулемет. Ну вот. Да. Хорошо, давайте вот этот изменить. Ну, раскраска. Давайте, я даже не знаю. А для снайперской что-нибудь есть? Снайперские винтовки. Хищник. Да, видите, пока что... Может быть, она в другом какой-то разделе, та винтовка новая. Если она вообще здесь есть. В этой игре. Раскраска. Хищник. Крутая тоже. А если... А, во, смотрите. Экипировать даже. Ой, подожди, так это М700. Так, я не понял. Экипировано. Изменить. Хищник. Давайте вот эту. Ну и чё? Всё, да? Нет. А хрен знает, вообще пофиг. Даже если не получилось. Чё-то не получилось вроде, да? Ну-ка. Ну ладно. Патроны есть? Не хочу заморачиваться. Молодец! Но у нас еще остались дела. Проверь, мы знаем. Доска объявления. Это нифига тут заданий. Итак, здесь 240 надо выйти на 250, за 250 очков. Надо внимательно читать, а то так как-нибудь думаю, что вышел за 240. Выйду за 240 и все. А там 200... Ёптое. На машине, да вы офигели. Конечно, как-то сложно, мне кажется. Ладно, попробуем. Да, ну ладно. Упустил. Да, сложновато, однако. Ну, в смысле, они очень... Точки еще разбиваем. Да. Еще, блин, самое главное, туда поехать. Значит, не туда уедем с вами. Вот задел. Да, там тоже бочки есть, кстати, видели? Если... Погнали. Ну, чувствую, я не выйду за 250 или сколько там. Да, сложновато. Хорошо. Будем стараться с вами. Точнее, я буду стараться.
кто-то из этих. А, двоих сразу. Нормально. А может и выйдет, кстати. Так, вот здесь, по-моему, надо свернуть. Посмотрим. Да, там бочка. Отлично. Еще бочечка. Круто. И еще бочечка. Охренеть. Здорово. Так мы и время потеряли на этом, пока ездили. Все равно, мне кажется, прибавка-то есть. Эй, а где второй-то был? Как я увидел эти бочки вообще? У нас 170 всего, да нечего как-то. Блин, ну капец. А если я в обрыв упаду, интересно, что, наверное, провальный сразу напишет. Раз. Одного захватил. Ну ладно. А, 250 надо, я. А я мало набрал очень. 250. Ну зато опыт получим. Нам, в принципе, опыт-то и нужен. В данный момент. 10 секунд. Я тут какой-нибудь пулеметчик, если бы мы заданули, нам 50 бы сразу накинули. Тут 3 стоит, но я не успею даже. Только одного, по-моему, 220. Ну ладно, 400 опыта, кстати, тоже неплохо, хорошо, что не 210. Так, круто. Все-таки я того последнего саданул, мне кажется, уже сам прям вот вообще прям чуть ли не успел. Так, опыт нам дали сколько? Ну давайте, опыт, давайте. Ну, не дают, гады. Ну ладно. Далее мы захватили аванпост. О, что такое? Стрельба из дробовика. Круто. Какие-то новые задания, что ли, у нас появились дополнительные? Что-то не пойму. И нам также надо поговорить с Баком. Поговорить также об этом. Так. Ну чё? Так, давайте вот сюда, наверное. И чё? Опять старые шахты. Хотя нет. 400 опыта нам дали. Ну давайте. Нет, у нас вообще есть вроде. Давайте отправимся сюда. Давай быстрее уже грузись. Посмотрим, что он нам там за задание даст. Ну или вообще просто поговорим с ним. А, да, я же новый дроба этот не испытал. Гранатометчик-то. Хо-хо-хо-хо. Жахнуть так жахнуть бы. А это что такое еще? Ну, это дополнительное задание у людей. Ну, то есть, видимо, что-то привезти им там на время или что-то сделать для них. Ну, в принципе, все элементарно. Так, а он, видимо, внутри, да? Или нет? Да, внутри. Так, а это что такое? Фонарики там горят внутри. Лампочки. Чё, электричество-то жжёте? День на носу. О. Эй, Бак? День рождения не сегодня, но ты похожа Санта. Я пришел за другом, Китом. Извини, его не знаю. Ты купил его, ухой-то. А, это он. А он назвался... Ты психуешь? Согласен. Перейдем к делу. Стало быть, ты Джейсон Брозери. Слушай, мне просто нужен кит. Джейсон. Но не все же тут дикари. Мы деловые люди, достойные капиталисты. У меня есть то, что нужно тебе, верно? Это товар. А у тебя что нужно мне? И что это? Спокойнее, Джейсон. Не кипятись. Убьешь меня, никогда его не найдешь. Найди его. Сделаешь. И мы с тобой в расчете. И Кит уйдет с тобой. Принеси мне то, что потеет. Я уже видел этот ножик. Ножик? Ножик? Хуёжик, блин! Шедевр! В нем истории больше, чем в ваших задницах!
Это выкуп за кита, понял? И где он? Тот искатель знал, где искать. Но вас захватил его судно. Информацию о каком-то китайском сокровище и экипаж. И что еще? Нож? Нет, не чертов нож. Его местоположение. Хочешь, кита? Заберись на судно и выясни, где зарыто это чертово сокровище. Вали. Ну, хорошо. Нам требуется отправиться на судно. Чё повторять?